You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Then we can use all the luck we can get. Done! And some guns. Sorry, mate. Всем привет! В сегодняшнем видео хочу поделиться своим впечатлением недавно прошедшей дополнения к Uncharted, который называется The Lost Legacy, утраченное наследие. Вот, сейчас как раз копирую с PlayStation 4 Pro на флешку, записал видео, уровень последний, который называется, ну, не помню как называется, это уровень поезд. Вот такой динамичный уровень, много экшена, посмотрите, в общем-то, в этом видео. Ну вот, свои впечатления, да, дополнение. Ну, дополнение из минусов то, что оно проходится очень быстро, хотелось, конечно, большего. Прошел очень быстро, буквально за... Ну, мне показало 11 часов, ну, потому что я вот еще записывал видео туда-сюда, и так прошел где-то за 8 часов. Вот, несколько раз проходил последний уровень, вот этот поезд, чтобы так сказать, получше его знать. Вот, что еще хочу сказать. В графическом плане мне показалось, что The Lost Legacy более красивее даже, чем Uncharted 4. Вот, настолько они уже подняли планку в графике, то есть эффекты, вот именно вот все, как выглядит, очень классно. Дальше. Ну, реиграбельность, конечно, присутствует, то есть перепроходить дополнение можно. То есть оно не то, что прошел и тут же продал или забросил на полку. Вот я буду перепроходить, интересно еще раз исследовать. Конечно, не особо интересно собирать какие-то вот эти вот бонусы. Я их собрал, но не все потом посмотрел. В общем-то, дополнением доволен. Будем ждать какие-то новые... Может быть, что-то новое выпустит Uncharted 4, да? Уже, может быть, без Найтана Дрейка какие-то новые будут персонажи. Будем надеяться, что Naughty Dog нас не оставит в этом направлении. Ну все, смотрите тогда, вот я записал видео «Последний уровень, поезд». Сюда я его закреплю в видео, посмотрите. Кому-то будет интересно. Всем пока, всем удачи, до новых видео. Карты стали более детализированные. Одна карта очень огромная, когда ездишь там на машине, на автотранспорте. Карта получилась огромная с дополнительным заданием, которое я выполнил. В общем-то, интересно ее проходить. Но опять же, это все быстро проходится, на мой взгляд. В игре, конечно, много повторяется. То, что мы видели уже в Uncharted 4. Ну и снова добавили то, что можно открывать отмычками замки ящиков, там какое-то оружие интересное находишь. А так, в общем-то, весь игровой процесс строится на том, как вы играли в Uncharted 4. Все то же самое. Ничего не изменилось. Кто-нибудь видит тут дорогу? Дорогу проложим сами. Эй, следи за дорогой, ладно? Сэм, ты хочешь за руль? Ну да, хочу. Или хочешь, пристегнись лучше.
Удачи, Сэм. Сам-то справится? А тебе не плевать? Ну, у него бивень. Ты поняла, куда они поставили тот огромный ящик? У двигателя? Хорошо, тогда нам туда. Черт, мы не одни, парни Осава. Ну ничего, устроим сюрприз.
тобой! Ты поплатишься за это! Thank you.
дыхание! Пора валить! Давай! Жесть! Чья это была идея? Твоя! Обменять бивень на бомбу, захватить поезд. Досав, наверное, это месяцами планировал. Тем приятней будет все ему испортить. Кажется, мы у цели. Не идет. Давай вместе. Тяжелая паскуда. Лезь, я держу. Все, вылезай. Ого, больше, чем я думала. Ну так она армейская. Ну-ка, помоги. Боже, не сдвинем. А обезвредить? Нет. Ладно, план Б. К локомотиву. Ты идешь? Давай, лезь! Это локомотив. Можем пролезть тут. Давай. Нет. Нет, нет, нет! Что там? Ее приварили. Черт. Эй, на крышу. Приварено. Надо по-другому. Ну, если у тебя есть идеи, слушаю. Стрелка! Что? Впереди! Там стрелка! Если переведем поезд на другой путь, выиграем время! Вот это неплохо! Вот черт! Тебе на свет! Нужна машина! Надо. Стоп, стоп! А надо ли? Она дама лихая. Сэм. Ну, я просто... Черт! Беги! Я ее задержу! Ладно. Thank you.
попасть. Не вижу тут мостов и переездов. Вот чёрт. Неужели сработало? О, господи, мост! Черт! Черт! Всегда считал себя человеком терпеливым. Но вы две шавки особой породы. Хам! С удовольствием тебе врежу. Ну давай! Покажи, что ж надо! Черт! Вали его! Рискнете жизнью? Ради кого? Ради горстки черни? О, ты невыносим. В моих жилах течет кровь древних королей. Мой народ снова восстанет. Черт! Давай, сейчас! Да! А выглядишь таким крутым! Это моя земля! Вы-то что тут хотите получить? Мы просто хотим помешать тебе! Бомба? Да я просто куплю другую. Сожгу твой город, воровка. Твоя чернь будет молить о пощаде. Один! Покончим с этим. Мерзавка. Надо уметь вовремя признать поражение. Ваш час пробил! Надин! Я сейчас! А, черт! А ты не забыл про мост? Молчи и дерись! Закончим дело! Мерзавка! Вы все испортили! Испортили! Ритуал очищения был бы прекрасен! Почему вы просто не сдохли? Вот и все. Рано рад видеть. Придут еще. Как тот юный король, вы ничего не добились. Ты совершенно прав. Прогресс всегда требует жертв, Фрейзер. Нам пора. Ах ты, мерзавка! Бежим!
затруднит, слезь с меня как-нибудь. Господи! О, Сэм! Забирайтесь уже! Женщина! Да это мышцы! Все так... Давай, давай! Спасибо! Слушайте, как вы оттуда выбрались? Честно говоря, я сама не поняла. А где Асаф? Взорвался с поездом. А, ну что, туда ему и дорога. Вот это вид. Класс. Ага. И дело сделано. О, да. Ну, куда теперь, Надин Росс? Вернешь компанию, выйдешь на рынок оружия? К черту компанию. Да ну. Ну да. Вообще-то я подумываю всерьез заняться поисками сокровищ. Никакая сволочь тут не ищет партнеров. Ну я... Не ты. Окей. Ой, извини, я работаю только с профи. Ага. Где бивень? А он не... Господи. Что, Сэм? Да шучу я, шучу. Вот он. А вы... Ау! Алло! Больно же. Последняя сигарета. Какая красота. Да. А сколько, вы думаете, мы за него получим? Ну, Министерство культуры наверняка наградит нас. Ага. От всей души. Да? Партнер. Давай. Да уж, ну вы юмористки. Министерство культуры. Боже, вы что, серьезно? У меня есть частный клиент. А? Ну, послушайте вы минуту. Я все понимаю, благородство и все дела. Ну, правда, я же полностью поддерживаю. Ну, нельзя ли... На, вот, пиццу поешь.